Всем привет! Я хотела бы вот узнать, почему все покупают гречу. Чё в ней толку, я не пойму. Вот мы покупаем сейчас горох. Подушка безопасности на 3 метра обеспечена полностью. В маршрутке вы вообще одни ездите. Красота! Мы сейчас вот дома. У каждого своя комната, все друг от друга изолировались. У всех свое пространство, даже у животных своя комната. Так что покупайте не гречу, а горох. Понятно? Сейчас я узнаю, муж освободил кухню. Оле! Ты кухню освободил? Освободил. Вот, все, пошла освободил. Теперь... Готовить, кушать. Все, всем пока.